Как зритель принял новую солистку? Олю, честно говоря, мне кажется, что все было более чем хорошо, и я ожидала, что будет не совсем так, как было. То есть было намного лучше, чем мои ожидания. А что ты ждала? Слушай, ну много всего денег. Говорят люди. Это во-первых. Во-первых, да, в целом. Много всего говорят люди, и как бы есть и позитивные, есть и негативные комментарии. Конечно, мы переживали, нервничали, потому что это был первый наш выход. Да. Вообще первый раз мы вместе на сцене. Коленочки дрожали. То есть ты думал, что будет хейт? Меня напугали больше. Ну не то, что хейт, то есть я думал, что все равно будет некое напряжение, знаешь, в зале, когда выйдет Оля, но по сути вообще ничего не было. Напряглись, да? Я зря переживала.